Новые изменения в налоговом законодательстве. Теперь при заполнении декларации нужно будет указывать особые коды видов уплаты. Когда нововведение вступит в силу, в нашем следующем материале. Теперь по каждому платежу и виду уплаты будет оформляться отдельный документ на перечисление средств. То есть, если раньше существовал универсальный код для уплаты, то теперь для каждого конкретного случая он разный. К примеру, при заполнении код 106 будет значить погашение пени, а 140 – погашение налогового долга. Плательщикам налогов нужно обязательно ознакомиться с документом, приказом 817, с перечнем кодов видов уплаты для правильного заполнения документов на перечисление средств в бюджет. От того, какой вид уплаты будет проставлен бухгалтером в назначении платежа, зависит объективность и достоверность информации при мониторинге сумм поступлений в бюджет. Подробная информация обо всех кодах будет размещена на сайте налоговой службы и на стендах во всех районных инспекциях.